6 городов-побратимов. Проведение фестивалей украинской культуры 8 лет подряд. Многочисленные театральные и музыкальные совместные проекты. Так в двух словах можно описать сотрудничество Украины и государства Израиль. На самом деле культурная кооперация гораздо более активна. Важным связующим звеном двух государств на культурном поприще стал Израильский культурный центр. Часто обыватели считают его чем-то наподобие языкового института, ведь одним из направлений действительно является изучение иврита. Однако это далеко не единственное направление работы центра. Наша основная цель – это, естественно, показать культуру Израиля, показать культуру, показать искусство, показать образование. То есть мы стараемся показать все то, что хорошее в Израиле, показать здесь, в Украине. Наш израильский культурный центр, который находится не только в Киеве, у нас есть несколько филиалов. Первый филиал, самый большой, естественно, находится в Киеве, но у нас есть еще филиал в Харькове, в Днепро и в Одессе. Мы открыты для всех. Работа центра в сфере образования включает как языковые курсы, которые в 2019 году охватили более 2000 учеников со всей Украины, так и различные академические программы и бизнес-тренинги для тех, кто мечтает о собственном бизнесе в Израиле или вынашивает идею стартапа. У нас есть очень много академических программ, которые государство Израиля спонсирует. И через нас, через наш израильский культурный центр, есть такая возможность поехать на разные такие академические программы. Это обычно годовые программы. Не надо для этого принимать гражданство, можно просто поехать, поучиться. Помимо этого, у нас есть часто очень гости, которые приезжают с Израиля, разные лекторы. Например, приезжают лекторы в тематике бизнес, например, как вести бизнес в Израиле. Непосредственно культурное сотрудничество охватывает все сферы – музыку, кино, живопись, каллиграфию, фотографию и театр. Часто мероприятия Израильского культурного центра приурочивают к национальным праздникам. Например, в честь Пурима, одного из самых веселых праздников иудейского календаря, в музее Киева прошла выставка масок, созданных руками украинской художницы Марины Лапа. Тема выбрана не случайно, ведь традиция празднования Пурима включает переодевание наподобие венецианских карнавалов или бразильских уличных шествий. Мы сделали выставку масок. Почему масок? Потому что у нас в Израиле, у евреев есть такой праздник, называется Пурим. В честь этого праздника люди в Израиле маски одевают, похоже на маскарад. Так мы решили сделать тут выставку масок. И специально взяли местную искусствоведа, которая делает, она занимается, что она делает маски, попросили у нее, чтобы она приготовила. Во-первых, взяла свои маски, во-вторых, приготовила специально для Пурима маски на эту выставку. Мы эту выставку сделали, организовали в Музее истории Киева. Сотрудничество в сфере музыки охватывает как концерты известных израильских исполнителей, так и совместные проекты с украинскими артистами. Мы стараемся приглашать сюда разных, это может быть скрипачей, это может быть каких-нибудь искусствоведов, это может быть какой-нибудь певец. В октябре прошлого года, 2018 года, мы пригласили сюда группу Марк Какун или Таль Габай. Они работают вместе, кстати, муж и жена. Он играет на гитаре, она поет. И мы устроили тут ряд разных концертов. Мы это сделали при таком, скажем, мы это назвали фестиваль ивритского языка, и мы устроили разные концерты. Помимо этого мы делаем выставки, которые по тематике Израиля. Или тематика Израиля, которая как-то показывает сотрудничество с Украиной тоже. То есть наша цель – это не только Израиль, а показать, как бы, где мы еще и можем сотрудничать вместе с Украиной. Важным событием весны 2019 года и примером международной кооперации стал визит виртуозного скрипача и дирижера Шломо Минца. Минц – известная персона в сфере музыки и судья престижнейших конкурсов от Великобритании до Японии. Местные продюсеры, мы узнали о том, что вот они собираются пригласить Шломо Минца. Они, конечно, обратились к нам, обратились и к посольству государства Израиля в Украине, и к нам, к нативу, Израильский культурный центр, и попросили посодействовать, помочь привести Шломо Минца.
Это как раз было очень хорошее время, потому что мы где-то там к концу года как раз готовим план на следующий год. И как раз они попали в точку. И мы, когда об этом услышали, естественно, схватились за это с двумя руками и решили, что мы хотим в этом поучаствовать. И сразу сообщили организаторам, что мы вместе с ними поможем. Наша мечта осуществилась, и Шлёма Минц сюда приехал. Приехал на два концерта, не только один. Первый концерт был в Одессе, второй концерт здесь в Киеве. В Одессе это было в зале филармонии. Ну и здесь, конечно, в театре Ивана Франка. Маленький Шлома начал знакомство со скрипкой в 3 года. А в 11 лет уже дебютировал с концертом Мендельсона на одной сцене с Иерусалимским симфоническим оркестром. Сегодня его исполнение «Времена года» Вивальди считается эталоном владения скрипкой. Вы знаете, я просто делаю музыку. Я вспомню слова моей первой учительницы, которая сказала одну очень простую фразу, но очень глубокую. Она собрала класс и сказала: «Вот, вы все должны быть солисты. Если вы не будете солисты, вы будете публикой». За свою карьеру маэстро играл на нескольких скрипках, которые стали свидетелями важных исторических событий. Во время проекта «Скрипки надежды» он дал концерт на инструменте, побывавшем в концлагере. А в Маастрихте удостоился возможности сыграть на легендарной скрипке Никола Паганини. Шлома Минц считает, что инструменты обладают своей энергетикой и даже душой. Мне было ощущение, что как будто вот эта черная лошадь никогда не оставила своего патрона. Вот такое ощущение. Знаете, может быть, немножко преувеличено, но это можно сказать абсолютно сухо и теоретически, что это был один из единственных скрипок, который я не мог, давайте скажем, раскусить. Не мог ее сломать, чтобы делать то, что я хотел. Я тоже знаю почему, потому что просто нужно провести намного больше времени с этой скрипкой, потому что она по-настоящему никогда никому не принадлежала больше, чем 3 дня. И я думаю, что это итальянцы так и сохранили в музее, где она находится. И вот поэтому она никому не отдается. Шлома Минц дирижировал известными оркестрами Европы, Японии, Израиля. Несколько лет подряд руководил симфоническим оркестром Маастрихта, а в марте 2019 года посетил Одессу и Киев. Да, я был в Киеве пару раз. И, ну, город мне очень понравился. Мне тоже немножко водили и посмотрели немножко город. Я очень рад тут быть. И я очень благодарен израильское посольство и израильский культурный центр, что это было возможно поработать с виртуозами, которые, кстати, мои старые, почти можно сказать, друзья. Я путешествую во всем мире, я даю мастер-классы и так далее. Я не только играю на скрипке. И вот так получилось, что было приглашение, я решил согласиться, потому что мне город понравился, потому что ко мне очень трогательно относились. Я решил приехать обратно, конечно, видя старые друзья и так далее. Кстати, в последний раз, когда я тут был, я был тут вместе с Димой Яблонским, и мы поделили программу как дирижер и как солист. Виртуозы Киева – независимый камерный оркестр Украины, который сформировался в 2016 году под руководством дирижера Дмитрия Яблонского. Со Шломом Минцем артисты познакомились 10 лет назад во время другого музыкального проекта. В 2019 году они вместе посетили Одессу, где дали концерт в областной филармонии в присутствии посла государства Израиль в Украине Джоэля Леона. А потом артистов ждала украинская столица. В театре Ивана Франка благодарная публика насладилась концертом для двух скрипок Иоганна Себастьяна Баха, где солировали израильтянин Шлома Минц и украинец Тарас Яропут.
А после антракта гостей ждал Антонио Вивальди в исполнении «Маэстро». Я всегда рад был сюда приехать. Меня всегда гостили очень, очень хорошо. И были очень милые ко мне вообще и публика, и вообще и организаторы. И я рад тут быть. Публика очень, очень трогательна, очень благодарна и так далее. Видно было, что были какие-то люди, которые были очень-очень лично тронуты. Я думаю, что тут уж точно находится талант и серьезный талант. Всегда, кстати, был. И всегда традиция, и талант, и как сказать, подход вообще к музыке. Есть тут очень много любителей. Очень много людей, которые любят очень слушать классическую музыку. Секретом своей виртуозности Шломо Минц считает умение забыть себя на сцене для того, чтобы постараться перевоплотиться в того или иного композитора. Я считаю, что это, в принципе, наша цель. Люди, которые исполняют, они должны возобновить дух этих композиторов и дух этих произведений, которые они играют. Проектом Израильского культурного центра может стать совместная израильско-украинская выставка живописи или фотографии. Ее основой должны стать поездки мастеров из обеих стран для обмена опытом. У нас есть такая идея сделать проект совместный, и, я это скажу, можно сказать, обмен искусств, то есть взять искусствоведов украинских, послать их в Израиль, с Израиля послать израильских искусствоведов сюда, чтобы они тут чуть-чуть пожили, может быть, что-то научились. И потом, когда они возвращаются на свои места, сделали какую-нибудь такую хорошую, серьезную выставку. Это может быть художественная, это может быть фотовыставка, это может быть все. И потом сделать общие выставки. Вот это, например, пример, как мы пытаемся сотрудничать между Израилем и Украиной, совместить интересы, чтобы израильский народ тоже знал про Украину и чтобы Украина знала про израильский народ. Культурное сотрудничество преодолевает любые барьеры и создает основу для взаимодействия в других сферах. Это направление свободно от любых условностей, так как требует восприятия чистым сердцем. Культура – это международный язык. В культуре нет политики. И нам, как те, которые служат здесь, в Украине, и особенно представляют Израильский культурный центр, нас политика не интересует. Нас не интересует политика ни здесь, и естественно, не у нас в Израиле. Мы хотим говорить международный язык, которого, в принципе, не надо понимать. Его надо прислушиваться, на него надо смотреть, надо вдохновлять. И я думаю, вот когда человек открывается, и вот просто прислушивается, просто смотрит на все это, вот это именно есть то, что называется культурная дипломатия. Когда люди говорят о культуре, и они не ссорятся из-за какой-то ерунды, они именно концентрируются на то, что может быть доступно для всех. И это тоже очень, очень важно. Когда мы показываем культуру, мы хотим быть доступны для всех. Мы не хотим только там какой-нибудь высокий уровень или низкий. Мы хотим быть доступны для всех. И вот с моей точки зрения, вот это именно и есть культурная дипломатия. Израильский культурный центр в Украине не ограничивается классическими направлениями культурной дипломатии, но задействует и необычные форматы – встречи дамского клуба или молодежные лагеря бойскаутов. Все эти мероприятия объединяет одна цель – показать симбиоз восточной и славянской культур в современном мире.